Вот Карагандинская городская детская больница. А вот схема там изображена. 11 корпусов. В советское время их было 2 или 3 всего лишь. Вот и это новострой. Этого не было. Это я помню конкретно. Точно помню. А вот то следующее здание, оно было, существовало. Кирпичное такое. Да, забор был, но с той стороны его не было. Он был формальный такой. Вот здесь переулок авангардный. Да, дома здесь были какие-то, помню, тоже. Постсоветское вот это оно пристроило сюда. Да, здесь вот частично сохранился ракушечник. Ну, детская больница. Ну, комплекс здесь 11 корпусов. Достаточно большой. Ну вот тут переулок авангардный. Снежные гурты везде. Чистить, скорее всего, техника. Тут снег. Потому что территория прилегает к больнице. Детская, вот территория больницы закончилась. Дальше вот там виднеется советский корпус.